Здравствуйте, меня зовут Гречанин Олег, я из города Николаева. И сегодня буду сказать о гемоцикле. Я хочу сказать, что я и моя семья решаем очень многие проблемы со здоровьем, и проблемы, вернее, задач. И есть такое мнение о том, что приборы дорогие. Так вот я хочу сказать, что где-то около 11 лет я не знал, да, что такое аптеки. А тут как бы мой родственник заболел. Родственник приборы не верит, ни во что не верит, только в официальную медицину. Хорошо, вопросов нет. Но так случилось, что мне приходится ему помогать. Помогать деньгами, да, и помогать хождением в аптеке. Так что я хочу сказать, что одна капельница на сегодняшний день, это стоит около 600 гривен. Как минимум вот этому человеку сейчас нужно пройти 10 сеансов только этих капель. 10 сеансов это 6000 гривен. Вот и посчитаем, дорого приборы или дешево. А хотя можно было порешать все вопросы, действительно и. Естественно, это нужно было делать вовремя, сейчас немного запущено, и тем не менее. Поэтому я рекомендую разобраться в этой теме, посмотреть, что действительно они могут, и все-таки вложить деньги в свое здоровье в эти приборы и пользоваться, и забыть об этом. Это мое мнение, ну, я вам рекомендую разобраться.